Спасибо всем регионам Приволжского федерального округа, которые участвуют в народном песенном марафоне. Татарстан с гордостью принимает эстафету победы! В годы войны ТССР стал одной из тыловых баз Красной Армии. В республику было эвакуировано свыше 70 фабрик и заводов. В ТССР находилось 226 тысяч эвакуированных, в том числе 15 тысяч детей-сирот. В республике было развернуто свыше 50 эвакогоспиталей, в которых прошли курс лечения 334 тысячи раненых воинов. Из них 207 тысяч возвратились в строй. Свыше 100 тысяч уроженцев Татарстана были награждены орденами и медалями. 186 уроженцев нашей республики удостоены звания Героя Советского Союза, а Николай Георгиевич Столяров удостоен этого звания дважды. На войне погибло около 350 тысяч жителей республики, память о которых увековечена в 28-томной книге «Память». Каждый второй из 700 тысяч ушедших на фронт не вернулся домой. Без Хатерлибес, без Грурланавас. Мы помним, мы гордимся. И с честью исполняем песню победы на русском и татарском языках. Күмірдей сықрап сүнмәді Утлы күлден қалқып қалындық қына Бүкінне біз яқын айту қақына Әзірді қазерді День победы! День победы!